Как дела? Как О, дела? Здорово! Как дела? Нормально. Как Опа. Здорово. Что, это влог начался с Петрозаводска? Готовы? Все? Да, конечно, единственное из-под кольцо. Сейчас проверим, насколько готово. Жестко. На связи Кикскон с Лехом от Расфлайлайт. Сейчас будем тренироваться. Просто let's go. Внешнюю тушку где-то. Не знаю, что надо мяч сверху заносить. Увидимся в Петрозаводске. Всем доброе утро. Время 7:36. Собираемся в Петрозаводск. Поэтому сделаем кофеечек. Камеру свою вырубай, здесь видеосъемка запрещена. Я сейчас 4 наряда вызову. Блять, не попадешь же. Попаду? Давай. Не попадешь в кольцо, в машину попадешь. Я ж говорил. Давай. Ну что? На прогулку. Вот это самый первый, да, да. Медленно темп идет. Нормально, никто меня не одобряет. Что делать можно? Да. Да и миксы качаем. Да, там сейчас будет много гавканья и мата. Лёх, как тебе площадка? Мне нравится, она нравится. Я тоже так считаю, что хватает кое-чего. Скорного корта? Да. Вот это, если бы он был, было бы идеально. Слушай, на самом деле, я был вот в Томске, и там вот похожая набережная, только там есть баскетбольный корт, причем там, ну, типа, несколько колец, типа, как на Ушинке. Но там, то, что это Томск, типа, это Сибирь, там столько мошкары. Я понял. Нажрался, веди себя прилично. Опять спину сорвешься, опять грыжешься. Давай накинем, подожди. Мир, разгоняй, давай, смотрим. Ума, здесь могла быть твоя реклама, но что-то здесь не то. Самочувствие нормально? Отлично! Только начало! Это только начало! Хорош! Здравствуйте! Вот так вот! Вот так вот! Красавцы.
Парни, давайте, кто на сламданке?